I'm from London, and my name is Elena. Здравствуйте, Николай, Украина, Херсон. We're so excited to be here. We've come all the way from Australia. Меня зовут Светлана Счастливая, я из Иркутска. Coming from London. Я из солнечной Кубани, город Апшерон. Казахстан, Алматы. Здравствуйте, я Валентина, Комсомольск на Амуре. Buongiorno a tutti, un saluto da Omar Abdelkader. Я представляю Эстонию и Англию. Аллах Нурмбетов, я Казахстаннан, Алматыдан. Галина Озерская, из города Ресекне, Латвия. Меня зовут Петр Жалба, я являюсь представителем Skyway Invest Group Виталий. Стандан, I came from Huntsville, Alabama. Amici, Italia. Город Амурск, Хабаровский край, Дальний Восток. My name is Halif, I'm from UK. Coming all the way from Australia, it's been... Некоторые люди не смогут найти свое счастье, не знать, не чувствуют, что такое счастье. А я по своей жизни, вот, каждый шаг я чувствую счастье. Мне повезло в моей жизни осознать и понять что-то такое великое, потому что в основе его лежит спасение планеты Земля. Представлены многие страны мира, очень развитые, все открыты, дружественны между собой. Я был довольно очень впечатлен, потому что за этим проектом я уже 3 года, и за 3 года первый раз попал, его очень увидел. Что за это время построилось, у меня были бешеные эмоции. Самое, конечно, грандиозное впечатление произвело именно то, как в экотехнопарке сейчас все выглядит. Эмоции прежде через край от осознания того, что проект, который делается у нас в Беларуси, он будет развиваться по всему миру. А вот буквально несколько лет тому назад то, что было мечтой многих людей, теперь воплотилась в реальность. Вот буквально 100-200 лет тому назад и поезда были сказкой, и машины были сказкой, и самолеты, и корабли. Все это было сказкой, все это было чьей-то мечтой. Да? И буквально через лет 10-20, поверьте на слово, люди не смогут представить свою жизнь без юнибусов, юнибайков. Впечатление масса. Потрясающая школа, ну, слов нет, настолько все идеально. Это мощное обучение дало мне видение, как нести SkyWay в массы народа. И я настолько уверена, что вот эти занятия, которые мы сегодня прошли, это такая мотивация не только для меня, которая 3,5 года в этом проекте и очень многое знает, а для всех тех, кто сегодня первый раз на подобном мероприятии. За 2 дня? Можно сказать, прошла школу целой жизни. Получила очень большой заряд эмоций. На целый год, думаю, хватит. За эти 3 дня, которые я побывал на открытии конференции, я увидел очень многое, и я очень впечатлен. Сюда я приехал для того, чтобы реализовать свою мечту. Я получил уникальную формулу по осуществлению своей мечты. Моя мечта сбылась, я поставила себе цель посетить экотехнопарк. Меня отговаривали и говорили, ты все увидишь в роликах. Но я сказала, я не видела, как полетела ракета, но я увижу, как поедет новый транспорт. Грандиозное обучение, которое принесло лично для меня очень много позитивного, очень много толкового. И вот эти 4 дня – это фейерверк. Это на одном дыхании понять и увидеть этот транспорт, увидеть масштаб этого проекта, быть к этому причастной. Получилось такой прорыв, столько информации и вся очень нужная. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Решение каждый человек принимает сам. Я просто призываю вас, идите в интернет и напишите просто SkyWay, что это такое, какой он рынок имеет, какой он рентабельность имеет на рынок. Обычно великие люди говорят, тот, кто умеет мечтать как ребенок и работать как взрослый, те люди достигают великих успехов. Вот, когда узнала про этот проект, я в него очень влюбилась. Нету никого, никто и ничто, что сможет вытащить меня из этого проекта. Я буду держаться руками и ногами и буду идти до конца. Мы получили неоцененный опыт и знания, которые, конечно же, дадут продвижение не только мне в моем бизнесе в рамках SkyWay Invest Group, но и самому этому проекту, потому что мы все вместе помогаем делать великое будущее. Будущее за эти виды транспорта, гордость
эмоции, мозг воспален до такой степени, что трудно говорить, трудно произносить, трудно общаться. Компания SkyWay именно делает то, о чем говорит. Информация о струнном транспорте будет разлетаться по всему миру очень быстро. В ближайшие годы мир узнает о вас и о нас, акционерах компании SkyWay. Надеюсь, что в следующем году вы будете вместе с нами. Мы сейчас меняем мир. Я хочу, чтобы каждый человек объединился и с нами менял мир. Нет, на данный момент нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло. И я думаю, что идея SkyWay на данный момент одна из самых могущественных в мире. Я сразу поняла, что это то великое дело, к которому для меня очень важно быть причастной. Я всех вас приглашаю в SkyWay, приглашайте своих родных, близких. И если вы хотите быть на гребне волны, если вы хотите быть в нужное время, в нужном месте, то это как раз то место. Этот проект не только меняет мир, она объединяет всех людей на Земле. Она улучшает нашу жизнь, нашу Землю. Я еще больше буду говорить, что люди ценили свое счастье. У каждого человека есть счастье. А это шанс держать свое счастье. Я так думаю.